Концерт группы «Любэ» состоялся на днях в Люберцах. Мероприятие было посвящено прошедшему юбилею Николая Расторгуева. До начала концерта солист группы «Любэ» прогулялся по Люберцам, не забыв навестить свою скульптуру. В этот солнечный майский день жители Люберец смогли запросто встретить на улицах города Николая Расторгуева. Певец приехал сюда с концертом и не отказал себе в удовольствии пройтись по городу и еще раз посмотреть на своего бронзового двойника. К сожалению, в Люберцах артист бывает нечасто, но каждый раз приезжает сюда с удовольствием. Есть ощущение, что я здесь жил. Жил, правда, недолго, 5 лет. Я вообще лыткарьский. Это ощущение есть. Правда, все меняется в лучшую сторону. Нежели в то время, когда я здесь жил, приезжал сюда в молодость, вот все уже сильно изменилось. Люберчане не могли не сфотографироваться с кумиром. Несмотря на нехватку времени, артист не обидел никого. Мария Лапычева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.